Сегодня мы отправимся в захватывающее приключение по миру сравнение цен в магазин Метро в двух соседних государствах Украина и Молдова. Казалось бы, одна и та же франшиза, но что меня удивило, совершенно разный ассортимент продукции и условия для оптовых покупателей. А теперь самое интересное, перейдем к сравнению цен. Стоимость вяленой колбасы в Молдове начинается от 270 лей и выше, а в Украине от 76 лей. Всеми любимая докторская колбаса у соседей стоит 69 лей за килограмм, у нашей от 100 и выше. 300 грамм лосося у нас стоит 178 лей, а в Украине 114. В переводе на наши деньги еще что я заметила, что существенно отличается цена на консервированные продукты. Так, печень трески в Молдове стоит 38 лей, в сравнении с 27 леями в Украине. Консервированный тунец в Украине вышел мне 36 леев, у нас же от 60 и выше. Конечно, не все так однозначно, ведь на некоторые продукты цены совсем не отличаются от наших, а иногда даже и дороже. Поэтому я выбрала для себя варианты с лучшими ценами, где можно